Тебя они прислали? Если ты имеешь в виду своих бывших дружков из Белтауэр, то нет. Погоди, ты Дженсен, да? Говорят, мои бывшие дружки ищут тебя. Возможно, а тебе что? Когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняйте его. Ты покинул ряды наемников, чтобы стать духовником? Не совсем. Просто интересуюсь теологией. И люблю цитировать Библию. В ней все такое выразительное. Слушай, скажи мне, ты здесь, чтобы мне помешать? Не совсем. Меня прислал человек, который хочет, чтобы ты прислушался к голосу разума. Позволь угадаю. Доктор Вин, да? Он хороший человек. И я точно знаю, что он, по его же мнению, поступает правильно. Но он не совсем понимает ситуацию. Так просвети меня. Начни с того, почему ты дезертировал. Когда обычно человек перестает разделять взгляды начальства и решает уйти, это называется подать заявление об уходе. Когда то же самое делаем мы, это называется дезертировать. С такой работы, как у нас, уволиться нельзя, Дженсен. Ты понимаешь? Да, допустим, я понимаю. Но ты не ответил на мой вопрос. И что ты имел в виду, когда сказал, что не разделяешь взгляды начальства? Еще в США в армию меня позвало желание служить своей стране. Вера в ее ценности, вера в правительство. Тогда мне казалось, что, служа правительству, я служу народу, который оно должно защищать. Очень интересно. Но ты больше не служишь США. Ты работаешь на Белтауэр. Времена изменились, Дженсен. Ты сам знаешь. Последнее посягательство капитализма на одну из самых выгодных индустрий в истории человечества. Войну приватизировали. Армия США начала выполнять спецоперации для корпораций, включая Blue Water Global и Белтауэр. Мне казалось, что пока они работают на правительство, ничего не изменилось. И когда мне предложили участвовать в крупных операциях за двойную плату, они получили мое согласие. Еще раз повторяю, очень мило, но это не оправдывает твои поступки. Я даю тебе возможность поступить правильно и сдаться. Боюсь, это невозможно, Дженсен. Я с уважением отношусь к тому, что ты пытаешься поступить правильно. Но ты должен понять, что я пытаюсь сделать то же самое. Серьезно? Ладно. Давай сразу перейдем к моменту, когда все испортилось. В Белтауэр нам предоставили самые современные имплантанты. Гражданские о таких даже не слышали никогда. Так мы получили преимущество над противником. Мой отряд стал одним из лучших, и нас перевели на спецпрограмму. Сверхсекретные. Экспериментальные технологии. Нам сказали, что мы будем участвовать в важнейших секретных операциях для правительства США. Но за это придется заплатить. Продолжай. Нам должны были имплантировать нейроузел, управляющий мозговыми центрами памяти. То есть контролирующий, что мы будем помнить, а что нет. И ты согласился? Берегитесь лжепророков, которые приходят вам в овечьей одежде. А внутри суть волки хищные. Этот имплант должен был нас защитить. Стереть нашу память, если мы попадем в плен противника. Это было его основное назначение. Но было еще одно, о котором нам не сказали. А именно, нейтрализация внутренних запретов. Теперь мы повиновались даже тем приказам, которых иначе ослушались бы. В Белтауэр нас превратили в идеальных наемников. Если ты был таким идеальным, если имплант был таким идеальным, почему все пошло не так? Почему им не оснастили все агентство? Я же говорю, это были экспериментальные технологии. После пары операций у меня начали проявляться обрывочные воспоминания о них. Со временем до меня дошло, что такие операции просто не могли проводиться правительством. Мне приказывали выполнять очень сомнительные вещи. Как и всем нам. Нас использовали для подкупа чиновников в правительстве США и Китая. Ложь и нейроимпланты обеспечивали наше подчинение. Мы работали на теневое правительство, на тех, кто гнался за личной выгодой и властью. И как тебе удалось из этого выбраться? У меня был разговор с руководителем проекта. Он процитировал «Апокалипсис сегодня».
Нужны люди с моральными устоями, но которые в то же время могли бы использовать свой первобытный инстинкт убивать, но не испытывать при этом чувств. Я заставил его отключить имплант у меня и моих ребят. А потом убил его. Я просмотрел его файлы и контракты. Теперь я знаю, кто все эти продажные твари. Они превратили нас в машину для убийств. А теперь станут жертвами своих же экспериментов. Доктор Вин сказал, что между нами есть некая параллель. Вряд ли он понимал, насколько близкая параллель. Некоторые заслуживают того, чтобы с ними поступили по справедливости. Поступай так, как считаешь нужным, Железный. Я не буду тебе мешать. Я это ценю, Джекс. Это не твоя война, и мне бы не хотелось, чтобы ты в ней погиб. Те, кто погиб от моей руки, и те, кто еще погибнет, у них есть имена, семьи. Они люди. Их смерть нельзя стереть из моей памяти какой-то там электроникой. Они должны терзать меня до тех пор, пока я не предстану перед Господом и не искуплю свои грехи. Но те, кто за этим стоит, они заслуживают смерти. Есть некая поэзия в том, что они сами создали орудие своего убийства. Привет, Дженсен. Это Железный. Железный? Как ты на эту частоту попал? Ты знаком со сверхсекретными технологиями, Дженсен? Вот и выясни это сам. А пока я хочу, чтобы ты знал, что я связался со своими друзьями в Белтауэр. Они изменили маршруты местных патрульных. На какое-то время проблем у тебя будет меньше. Спасибо. Не за что. И? Вы нашли Железный? Вы даже не представляете, насколько это важно, мистер Дженсен. Я нашел его. Правда, мистер Дженсен? Вы смогли его убедить прислушаться к голосу разума? Он сдастся? Длинная история, доктор. Я выследил Железный и его людей. Они скрывались в канализации. Поговорив с ним, я решил его отпустить. Что? Но он опасный человек, мистер Дженсен. Не стоило этого делать. Люди, которых преследует Железный, гораздо опаснее его. Его методы экстремальны, но он сражается за правое дело. Я такого не предвидел. Думаю, вы не правы, мистер Дженсен. Надо было их остановить. Возьмите комплект Праксис. Больше у меня ничего нет. Благодарю, вы оказали неоценимую услугу. Слушай, никто не говорит, что эти люди не заслужили наказания. Я с тобой согласен. Но они должны понести наказание по закону, а ты его нарушаешь. Неплохая у тебя игрушка, Джесс. Но можешь не тратить зря время. Касси на меня не действует. Ты волевой, умный лидер, Железный. Не бросайся этим. Не становись линчевателем, которого запомнят как террориста. Они должны понести наказание по закону, а ты его нарушаешь. Неплохая у тебя игрушка, Джесс. Но можешь не тратить зря время. Касси на меня не действует. Думаешь, у тебя качественное стрижение? Поверь мне, я покажу тебе, что значит качество. Тебе незачем умирать и жертвовать своими людьми.
Неплохая у тебя игрушка, Джонс. Но можешь не тратить зря время. Касси на меня не действует. Вы должны достать чип, мистер Дженсен. Чип у меня. Продавцы нейтрализованы. Отлично. Мистер Дэрроу, вас не ошибся. Наши люди позаботятся о террористах. Можно взглянуть на чип? Держите. О, превосходно. Вы не представляете, насколько неоценимую услугу вы нам оказали, мистер Дженсен. Благодарю. И хотя вас попросили оказать услугу самому мистеру Дэрроу, он считает необходимым вас отблагодарить. Вот ваше вознаграждение. Думаю, мистер Дэрроу захочет поздравить вас лично. Скоро он с вами свяжется. Вижу, Дэвид умеет выбирать людей, мистер Дженсен. Вы оказали мне огромную услугу. Рад, что смог помочь. Вот бы еще узнать, что здесь вообще происходит. Кто знает, мистер Дженсен. Может, когда-нибудь.
Access granted. Там кто-то поселился. Где ты? Access granted. Thank you.
Активисты фронта человечества преградили путь пациентам к гипопротез на 2-й авеню. В начале недели эта организация получила разрешение на... Access granted. Слабее. Что-то тут не так, друзья мои.
И вот тут машина иллюминатов для убийства проявляет максимальную эффективность, вызывая болезни. Будем надеяться, это всего лишь волна, а не прелюдия к внедрению плана по сокращению населения. Дальше не ходи, чужестранец. Вы меня разочаровали, Дженсен. Мне казалось, мы с вами друзья. А тут моего хакера убивают. Половина моих людей погибает. И у вас не хватает вежливости хотя бы постучаться. Ребята из Bell Tower тебя ищут. Есть хоть одна причина, по которой я не могу тебя сдать? Да, Василий Шевченко. Первый раз слышу. У вас его рука. GPL-устройство в ней привело меня прямо к вам. Проклятые технологии. Один вред от них. Wrong woman, don't do that, you hear? К сожалению, надо сказать, что бывший ее владелец не жаловался. Bell Tower предоставил нам его труп несколько недель назад. Bell Tower? Не Тайюн? Вовсе не Тайюн похищает людей с моих улиц, а потом задабривает меня отборными имплантами, чтобы я закрывал на это глаза. С Шевченко было еще 4 человека. У меня их имплантов нет. Может быть, они еще живы. И может быть, я помогу вам их найти. Продолжайте. Я отлично знаю, где Bell Tower держит похищенных людей. Проблема в том, что эти гады схватили моего сына. Его пристрелят, если я перейду черту. Понимаете, к чему я? Где его держат? Об этом вам расскажет один из моих сборщиков. Встретитесь с ними в канализации возле Элис Гарден. Когда освободите моего сына, продолжим наш разговор. Жду не дождусь.